Так, все, я больше не собираюсь эту газету читать. Скучно ее читать. Одна скукота в этой газете. Ничего интересного там не найти и не найдешь даже. Не буду я ее больше читать. Вообще ничего в этой газете не найдешь. Только одно барахло в этой газете есть. Ничего интересного. Всякую чушь только читаю в этой газете. Лучше сейчас поем что-нибудь. Например, мясо сейчас поем. А мясо-то вкусное. Мне понравилось на самом деле мясо. Еще раз поем его. Какое вкусное мясо! А я еще 3 раза, короче, рыгнул. Я 2 раза вначале рыгнул, и теперь здесь рыгнул. Вот это поворот. Короче, теперь я займусь своими делами немного. Например, я сейчас поиграю в телефоне в свою любимую игру, которую я играл постоянно. Привет! А я тоже за него так повторяю. Больше всего писклявым голосом. Прикольно. Бен дернул за ручку двери, а дверь была заперта, так как Том ее сам закрыл, для того, чтобы Бен не заходил к нему в комнату и не шалил. Потом Бен решил нажать на домовой звонок, но Том не открыл дверь и не слышал звонка, поскольку он успел зайти в шалаш. Еле успел добежать в шалаш, пока говорящий Бен не открыл дверь у меня. Но это очень хорошо. И я его звонки тоже слушать не буду и не собираюсь их слушать. Потому что опять шалить будет со мной и драться со мной будет, а это мне не надо. В домовой звонок звонит и звонит, а мне на него наплевать. И хай дергает за ручку сколько хочет. Все равно меня он не волнует и не интересует даже, потому что шалить и драться будет. Сейчас я поем бутерброд. Вкуснейший бутерброд. Мне на самом деле понравилось. А почему этот дом дверь не открывает? Он что, меня игнорирует или закрыл? Я ему столько звоню, а он это не обращает внимания. Да что ж ты будешь делать? Не хочет он, значит, не открывать. Все, я ухожу домой к себе. Ну наконец-то, Бен отсюда уже ушел, потому что он уже не звонит, не дергает за ручку, потому что он уже наверняка это устал и понял, что я его игнорирую, и решил просто тоже меня игнорировать. И я больше на него тоже не буду обращать внимания. Буду теперь вот так закрывать дверь, чтобы он, ну, не мог зайти сюда. И все, и буду в шалаше прятаться. Да не обязательно в шалаше. Ладно, буду вот тут сидеть и просто не обращать на него внимания. И заниматься нормально своими делами. Будет приходить постоянно сюда, а дверь заперта. Потом он поймет, что уже не надо сюда приходить, а дверь будет уже открыта давным-давно, и он не будет приходить. А, нет, надо ему запирать, закрывать, пока он будет. Надо за ним смотреть в окно. Точнее, я начну видеокамеры уже ставить, чтобы камера следила, сигнал произошел, и закрыть надо успеть ему дверь, пока он не смог зайти ко мне. Да, если он будет даже проходить сквозь окнами и подсматривать за мной, я все равно тоже там успею поставить камеру, хай его успеет поймать, и все. И возможно, можно его в сетку поймать, чтобы он больше ничего не делал и не начинал делать. Ну а вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем пока-пока!